У меня нет цели оскорбить человека, принизить или обидеть. Я констатирую факт. Есть четыре строя психики. Животный, зомби-биоробот, демонический, человек разумный. Если мы не научимся в каком-то смысле прощать другим их психологические слабости, то мы никогда в этой жизни не успокоимся. И всегда будем напряжены, всегда будем в тревоге, всегда будем ждать что-то где-то с угла слева-справа. Поэтому лично у меня к нему было бы слегка снисходительное отношение. Я четко бы понимал, что этот человек не совсем эмоционально зрелый, и что любое сказанное мое слово может вызвать бурную, а порой даже непредсказуемую реакцию. Но при этом человеку с животным строем психики нельзя показывать страх. Как только он почувствовал жертву, его уверенность, надменность и решительность усиливаются. И допустим, мы испугались. Тогда те же качества, наоборот, ослабевают в нас. Бояться не стоит. Нужно общаться вежливо, тактично, уважительно и корректно. Даже если он этого не заслуживает. Просто общаемся по технологии. Нужно воспринимать его как пациента. Мы все равно ему ничего не докажем. Да и есть ли смысл ему что-то доказывать? Человек с этим строем осознает себя очень слабо. Он не всегда отдает отчет своим действиям. Вы можете провести эксперимент прямо сейчас. Если у вас есть маленькая собака, то возьмите ее на руки и поднесите к зеркалу. И посмотрите за ее поведением. Собака не будет смотреть в зеркало и изучать себя, потому что она себя не осознает, это животное. А человек с животным строем психики осознает себя, но очень слабо. Он больше подчинен инстинктам и импульсам, нежели здравому смыслу.